Сегодня я вам расскажу, объясню вообще, как работает система PayPal. Помогу вам с переводами. Если, конечно же, вам нужна будет такая услуга, можете воспользоваться моим кошельком, конечно, за какой-то процент. Могу помочь так, чтобы вы мне перевели деньги, я вывел на карту, потом перевел вам. Или же принимать ваши переводы, и мы уже определим, там, какой будет процент. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Смотрите, друзья, сначала я вам расскажу всю основу основ, как это работает, и чтобы вы не встречались с какими-то проблемами. Первое. Если вы ранее его использовали, не используйте те самые данные. Именно данные касаются номер телефона и электронного адреса. Обязательно, если будет использоваться одно и то же, вас заблокируют. Второе. Обратите внимание на то, чтобы действительно вы могли верифицировать аккаунт. Если регистрируете на свое имя, чтобы вы могли пройти верификацию. Потому что если вы будете там свыше 100-200 долларов принимать платежи, выводить, у вас система потребует верификацию. Может быть, конечно, и больше, у каждого по-разному. Это не имеет значения, чтобы вы были готовы, чтобы вы могли подтвердить место прописки, вашу фамилию, имя, отчество, там, с тем, которые вы указали данные, и, возможно, номер телефона. Но это будет у каждого по-разному, возможно, происходить. Каждый по-разному будет крепить данные. Кто-то место прописки, кто просто паспорт, кто просто там подтвердить электронный адрес или там еще что-либо, неважно. Что система просит, то вы и делаете. Верификация проходит всего сутки. Ничего сложного нет. Первое, то, что вы делаете, вы сначала крепите карту, на которую будете выводить. Там гривневая, лучше гривневая. Если будет валютная, на валютную вы будете тратить двойную конвертацию, у вас будет больше тратиться денег. То есть приходится выводить по курсу. То есть я по гривнам ориентируюсь, поэтому мне лучше так. Вот. Сколько карт вы там добавите, не имеет значения. Верификация проходит, там доллар 95 у вас снимается. И в течение там 3-5 дней назад возвращается, и все, в принципе, ваш кошелек рабочий, можете принимать платежи. Основную валюту вы можете выбрать через расширенную версию в браузере, то есть это будет либо долларовая, либо евровая. Опять же, нужно учитывать тот момент, если вам будут пересылать деньги, уточняйте в какой валюте, в долларе или в евро, чтобы вы выбрали основной счет, чтобы там деньги эти не зависали. Это точно очень важный момент. Все, ничего, в принципе, сложного нет. На этом, в принципе, можно заканчивать. Напоминаю вам, если вам нужна будет помощь с выводом, если вы не можете вывести, вы переводите мне на кошелек, связываетесь со мной, я вам перевожу на карту ту, которую вы укажете. Ну, естественно, за какие-то 20% мы с вами порешаем. Если вас интересует другой способ, если вам нужно будет где-то принимать какие-то более огромные платежи, точно так же можем договориться. Это уже отдельно. Вы пишите в любом случае мне в Instagram, со мной связывайтесь, вы найдете он в описании под видео. У меня на канале, на странице закреплен. Пишите, обсудим этот вопрос. Не вопрос вообще, решаемо. Чтобы это не было. Вот как-то так. Если у вас остались какие-то вопросы, вы, конечно же, можете оставить мне в комментарии под видео. Все полезные ссылки точно так же будут закреплены в комментарии видео и в описании под этим видео. Дальше больше. Скоро увидимся.